Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, я сегодня пришла в гости к Нине, корпус Б, ряд Б, место 66, первый этаж. Многие уже знают этот бутик, и девочки, к ним пришли новиночки, и я сегодня хочу вам показать. Кому интересно, пошлите вместе со мной. Здравствуй, Томочка, здравствуй, привет, дорогие привет. Зрители. Девчоночки, смотрите, какие луки я вам красивые составила. Отдельная футболочка вот такая с капюшончиком, рубашечка и брючки, можно с джинсовочкой, вот такие летние яркие брючки пришли. Футболочка удлиненная, можно ее на выпуск носить, можно ее заправить, как кому больше нравится. Вот такие вот, смотри, какие красивые, яркие тоже лук. Вот такие яркие пыльники к нам шикардосные пришли. Можно составлять тоже луки. Футболочка вот такая с разрезиками удлиненная. Я ее так уголком заправила. Очень стильно тоже смотрится. И брючки. Наши любимые кофточки тенгрицы. Снова на повторе пришли к нам. Брючки вот такие комбинированные. Спереди эко-кожа. Сзади трикотаж. Их чуть-чуть тоже осталось. Пару штучек. Ну что, девчоночки, пошли? Пошли, пошли. Будешь нам хвалиться своими новиночками. Да, новиночек у нас много пришло, девчонки, поэтому смотрите. Первое, что я хочу обратить, на что я хочу обратить ваше внимание, это очень многие пишут о том, что как бы просят скидки, что подписчики Тамары Шик, как бы мы обещали скидки. Девочки, да, когда был курс доллара нормальный, я всегда всем делала скидочки, но сейчас я держу как бы старую стоимость по курсу доллара, я 80 купила товар, я и не поднимаю как бы цены. Поэтому как бы, ну, скидки делать сейчас я вам не могу, потому что продавая старый товар, я как бы, ну, который я получаю каждый день сейчас по старому курсу доллара, вот в начале апреля я еду снова за товаром в Турцию, как бы, но уже курс доллара 100. Вот я купила доллар по 100, хотя в обменниках он везде 120. Где можно достать. То, что вы видите в интернете 95, вы не купите нигде. Это Центробанк. Вы пойдите, купите. Если вы купите за 95, я у вас куплю. Понимаете? Эти доллары. Дальше, девчонки, грузчика. Еще раз говорю, грузчика вы оплачиваете. Грузчику 200 рублей за то, что он несет. Я сама не ношу никуда, как вы пишете, что я сама ношу. Я не ношу ни на почту, ни на транспортную компанию. Мне не хватает на это времени. Там очереди надо всегда стоять, конечно. Мне не хватает всегда обслужить вас. Я сижу здесь до 12 ночи, чтобы обслужить вас. Грузчику 200 рублей. И почту, и транспортную компанию вы оплачиваете сами. Сколько они берут, как они высчитывают, чем дешевле, чем лучше отправить, вы уточняете у них. Я к ним отношения не имею абсолютно никакого. Тамаре Шик. С вашей скидки, если мы не делаем скидку вам, мы Тамаре Шик ничего не доплачиваем. Я вообще не понимаю, что за глупый вопрос по поводу того, что мне какие-то проценты со скидки платят. Это кто такой вообще? Ну вот, был у нас... Не надо мне лезть в мой кошелек и в мои эти съемки. Я стараюсь, я в 4 утра встаю, уезжаю, снимаю, показываю. И за это спасибо скажите, пожалуйста. Все. Поэтому, девчоночки, у кого какие вопросы, пишите в личное сообщение. Еще раз напоминаю, мы находимся в торговом комплексе «Садовод». Когда заезжаешь с МКАДа, сразу налево поворачивайте, правую руку у вас будет белое, огромное новое здание. Это корпус Б, первый этаж, линия Б. Напоминаю номера телефонов своих. Также у нас есть группы в Инстаграме, в Телеграме, ВКонтакте, в WhatsApp, и для оптовиков, и для розницы все-все есть. Я все там выкладываю, всем отвечаю, всем пишу. Для этого у меня есть два номера, чтобы я могла всем успеть ответить. Ну что, пошли по новиночкам? Пошлите по новиночкам. Начнем. Давайте. С таких классных туничек. Большие размеры пришли. Это тунички. Они с 52 по полноценный 74 размер. Смотрите, какие классные расцветочки. Здесь ткань хлопок, производитель Турция. Размеры, напоминаю, 52 по полноценный 74 размер. Стоимость таких туничек в розницу 3000 рублей.
длина будет, девчонки, где-то вот такая, потому что у меня рост 1,54 м, естественно, у меня грудь и бедра ничего не забирает, и у меня длина будет ниже. Вот такие вот тунички классные пришли для вас, мои хорошие куколки. Для моих пышечек красивые какие. Да, конечно, так что, девчульки, все вперед. Кто просил длинные удлиненные тунички, вот они, камушки наши любимые. Если хотите, с камушками тоже есть. В трех расцветочках такая моделька. Размер также с 54 по полноценный 74 размер. Стоимость такой тунички тоже 3000 рублей. Вот такая новая эксклюзивная туничка. Размерный ряд самый маленький 56, самый большой полноценный 74 размер. Стоимость такой моделечки в розницу будет 3000 рублей. Вот показываю. Ваши любимые камни. Максмара. Угу. Вот таких два платьишка по 2000 осталось, большие размеры. 50-52. На запах. Можно как платье, можно как кардиган носить. Очень стильная штучка. 3500 в розницу. По поводу опта пишите личные сообщения. Чуть-чуть больших рубашечек, остаточки по 2500. Стильнючие рубашечки. Размер 50-60. 2500. Вот такая девочка. Ой, извините. Двоечка, здесь жилеточка снимается, остается однотонная рубашечка с такими красивыми отделанными рукавами. Смотрите, какая шикарная модель. Вот такая шикарная рубашечка. Рубашки все напоминаю, размер, вот это только размер 48-54, те предыдущие модели 50-58. Здесь такая вот фурнитура, ленты красивые, кармашек есть. Размерный ряд 48-54, 2500. Вот таких костюмчиков немножко осталось, 50-56, яркие хбшечки. Стоимость таких костюмов 4500. Здесь кофточка интересно сделана, фурнитурные ленты, разрезики сбоку, чтобы удобно было садиться, не сковывало ваше движение. Мой любимый оранжевый цвет. Красивый. И красивый салатовый цвет. Размер 50-56, стоимость костюма 4500. Девчонки, вот такие костюмы классные, релакс. Угу. И на брючках надписи релакс. А, такая разлетаечка оверсайзик. Также размерчики, разрезики по бокам, фурнитурные ленточки. Качественно нанесенный крин. В трех цветах остался. Лайм, мята и черный. Такие 3500 костюмчики. 50-56. Угу. Немножко вот таких дарквин остались, амора костюма, прямые брючки, кофточка кенгурушка на молнии, просто бомбовские костюмы. 5500. Красный цвет, желтый цвет и электрик. Размеры 50-60. Один костюмчик лен остался. 7500. Просто бомба. Это тоже фирма Darkwing. Интересная кофточка такая на молнии. Отделка красивая, вязаная. Вставка из рукава и капюшон. И чуть-чуть сбоку вязаная вставочка. Спинка однотонная, прямые, хорошие глубокие брючки с хорошей высокой посадкой. Напоминаю, это фирма Darkwing. Размер последний 56-58. На 60 подойдет, если небольшая грудь с животом. Стоимость костюма 7500. Вот такие вот костюмы Darkwing. 5000 рублей.
красный цвет. И желтый цвет. И вот такой костюм из последней даты остался. Шикарно. Все разобрали. Брюки палаццо с разрезиками. Вот такая вот разлетаечка. Здесь такая красивая фурнитура сделана, надпись, карманчик. И по спинке, смотрите, какая отделка красивая. Такой костюм 7500, последний размер, 56-58. Как говорится, купи меня, да? Да, вот такие вот сигнетовские костюмы, последние чуть-чуть осталось. Размеры уточняйте, там 50-56. Стоимость костюма 3500. Розовые еще все есть, мятные все размеры есть, голубой, желтый, там надо смотреть, какие размеры остались. Так что звоните, пишите, девчонки. Цены лояльные, адекватные, ниже, чем у всех. Я всегда работаю для своих клиентов. Вот такая вот норма, немножко спайсики остались, 42-48 в двух расцветочках. 3500 в розницу. И вот такие вот баттерфляйчики в норме. Там 42 и 46, по-моему, остался. Надо смотреть, какие размеры остались. 3500 такие костюмчики. Смотрите, вот такие классные костюмы кошечка остались в розовом цвете 44-46. Здесь камни красивые, хорошие рабочие карманчики. Такой красивый, интересный принт. Джинсики, хорошая, глубокая, высокая посадка. Хорошая длина, мягкая резиночка, можно зафиксировать. Кулисочка, глубокие карманчики, сзади еще один карманчик и кофточка на молнии. В черном цвете 42-44, еще какой-то размер есть, надо смотреть. И терракотовый цвет, Какой красивый терракотовый цвет, 42-44-46, по-моему, еще 48 остался. Шикарная моделька тоже. Отлично отработали мы их, остались 6 штучек, так что звоните, пишите по поводу цветов. Вот эта моделька 42-44, 46-48 остался в мятном цвете. Это брюки палаццо, здесь такой красивый принт с нашими любимыми камнями, которые не отпадают. Кофточка вот такая вязаная, интересная, здесь такая вот интересная обработка. Вот, карманчик действующий хороший. И расцветочки ментол, пудра, белый, красный и черный цвет. Размеры уточняйте, девочки, потому что розовый один остался, ментола два осталось, красных там, по-моему, один или два осталось, белый, черный еще есть немножко в наличии. Тоже 3500 в брюки палаццо. И вот такая новинка пришла, классные костюмы. Уже закончились, но они в дороге идут, там еще желтые и хаки есть. Здесь такой красивый манжет с хорошей обработочкой, укороченный. Хорошая высокая посадка, мягкая резинка, глубокие карманчики. Можно кулисочкой затянуть, зафиксировать. Удлиненная кофточка. Камушки, как всегда, хорошо, качественно нанесены, как и принт. Он не трескается, не лопается, не растягивается, не облазит, ничего ему не будет. Такие костюмчики 3800 в рознице. И вот такой вот розовый костюмчик остался. Вот такой вот черный костюмчик у нас остался. Просто не помещается, я разбила, потому что брюки такие отдельно тоже есть. И вот такой вот мятный костюм. Эти костюмы 6500 в розницу. Ну что, девчонки, а теперь мы покомбинируем, посоставляем вам красивые, шикарные луки. Вот один из луков вам сейчас мы и составим. Вот такие красивые брючки хлопок с камнями нашими полюбившимися всем. То девочки просят что-то с камнями. Сейчас я открыть очередной лук я вам придумала. Вот такой пыльничек, такие брючки беленькие. Можно так. Брюки в какую цену? Можно вот так комбинировать. Брючки 3500, футболочка 2500 и олимпийка 2800. Так, и брючки покажи, у нас же расцветки разные, да? Да, сейчас я покажу. Сейчас нам.
покажу цвета. Брючки. Есть в белом цвете. Угу. Есть в голубом цвете эти брючки. До какого размера они? 52. Угу. Салатовый цвет есть. И я просто на манекен надела желтый цвет. Можно так, можно вот так скомбинировать. Смотрите, девчонки. Еще один лук вам. Вот таким уже принято. Батальные брючки тоже придут. Идут в дороге, что-то задержка у нас. Парва это. Надоело вам. Смотрите, такой шикарный лук. Желтые брючки можно вот так комбинировать. А этот пыльничек в какую цену? Пыльничек 3000 рублей. Размеры самый маленький 50, самый большой полноценный 56 размер. Здесь цвета желтая горчичка, такая хаки цвет. И как на манекене фиолетовый, сиреневый. Ну вот нежно-сиреневый такой. Да, нежно-сиреневый. Угу. Очень красивый. В этом году в тренде этот цвет. Такие голубые брючки. Вот такой футболочки с капюшоном пришли. Футболки с капюшоном 2700 в розницу. Размерный ряд самый маленький 44, самый большой полноценный 56 размер. Цвета в этой модели белый с голубым, желтый с черным, черный с белым и красный с черным. Очень красивые принты все. Вот такая моделька классная пришла. Смотрите, футболочки. Мишки. Мишки. Очень стильные, очень классные, красиво смотрятся. Здесь такой красивый принтик, аккуратный карманчик. Размеры у этого мишки самый маленький 46, самый большой полноценный 56 размер. Смотрите, как круто будет смотреться. Можно с такими классическими брючками одеть, можно с джинсиками одеть, тоже хорошо будет смотреться. Размеры напоминают 46-54 и цветовая гамма. Ментол, белый, красный красивый, яркий, девчонок моих страстных, и черный с белым, классика. 46-56, стоимость такой модели в розницу 2800. Вот эти, смотрите, я вам новый лук придумала. Вот такие брючки у нас от фирмы Darkwing Motivation. Размерный ряд самый маленький 48, самый большой полноценный 68 размер. Здесь хорошая добавка стрейча. Ткань идет вискоза с добавкой до бамбука. Хорошие глубокие карманчики. Хорошая высокая посадочка. Они на резиночке прилегают, не будет вам передавливать и создавать лишнего объема. Можно ее комбинировать с такой белой кофточкой. Можно ее скомбинировать с красной кофточкой, тоже яркий, красивый лук будет. Можно с черной кофточкой. Вот я вам двоечку составила, также можно тройку сделать. Тройку можно вот так скомбинировать. Сейчас, в какую цену кофточки эти? Кофточки 2800, брючки 3500. Угу. Такие джинсовые рубашки у нас стильные пришли. Длинная рубашка, яркая футболка и красивые классические брючки. Так, стиль спортшик, а не классика. А рубашки в какую цену? Рубашечки 2500. Вот такой цену, вот такой стильную олимпийку. Олимпийка 2800. Рубашки размер 42-54. Олимпийки размер 42 по полноценный 54 размер. Вот вам еще один. Угу. Смотрите, как шикарно смотрится. Давайте яркий лук вам составлю. Так, вот вам джинсы. Потом, сейчас я, минутку. Смотрите, вот такие классные джинсы, внизу чуть зауженные, с хорошей добавкой стрейча. Размер самый маленький 48, самый большой полноценный 74 размер. Смотрите, хорошая высокая посадка, сзади карманчики рабочие. Они на резиночке, также мягко будут прилегать, не будут передавливать. Видите, вот они размеры. 64 размер также есть. И вот такой красивый лук. И цена джинсы? 3500. Вот такую яркую футболочку 2600. И вот такой вот пыльничек за 3000 на молнии.
Пыльничек есть нежный голубой, пыльник есть хаки, и пыльник есть шикарный яркий желтый цвет. Размер пыльника самый маленький 50, самый большой полноценный 60 размер. Стоимость пыльничков 3000 рублей. Футболочки у нас, смотрите, вот эта моделька новая Валентина. Она есть в белом цвете. Она есть в красивой горчице. Грязная пудра. Ментол. И красивый черный цвет. Можно также с такими брючками, как на мне, комбинировать. Мои брючки, размерный ряд, самый маленький 42, самый большой полноценный 52 размер. Стоимость моих брючек 3500. Вот такие шикарные пыльнички лен получили, классные. Смотрите, здесь он мягенький, такие рабочие карманчики, лен легенький, красивый, мягкий, приятный к телу. Выворка лена, здесь идет такой вот ментоловый, бирюзовый цвет, красивый, цвет морской волны, я бы сказала. Голубой, графит и красивый вот такой вот желтый, горчично-желтый такой вот. Смотрите, как красиво комбинировать, он как классический пиджачок даже можно. Я вам сейчас лук сделаю, у меня идейка. И наши любимые кофточки, девочки, они уже 4 раза на повторе были. Шикарные камни здесь, качественная обработка, хорошие, красивые, ровные швы. Качество просто превосходное. Здесь идет 95% хлопка, 5% эластика. Качество хорошее. Цвета пудра, хаки, черный с белым и белый цвет. Вот смотрите, такой вот яркий пиджачок мы сделаем вам, чтобы немножко поярче сделать лук не такой грустный. Вот такие красивые стильные брючки от фирмы Валенти. И в какую вот цену кофточки? Кофточки будут стоить 2600, пыльничек 3000 и брючки 3500. Вот вам, вот так. Вот вам стильный какой. А платочек сколько? Кокони Нель. 2000 рублей, девчонки. Кокони Нель? Сейчас я вам для девочки в норме сделаю красивый яркий лук. Сейчас мои куколки вам придумаем лук. Такую вот стильную рубашку, смотрите. Можно даже сверху моего лука. Футболочку мы тогда сделаем на заправку, чтобы она не выглядывала. Такая вот хулиганка вам готова. Смотрите, как стильно смотрятся рубашки, рукавчик, фонарь. Размерный ряд 42-50. Стоимость рубашечек 2500. Ну или можно вот так скомбинировать рубашку, однотонную футболку вот сюда и вот такой вот лейкон. Брючки от фирмы Кокобьянка. Размерный ряд 42-50. Мягкая резиночка, интересные карманчики, один такой, один на молнии карманчик. Очень классно и стильно смотрится. 3500, да, брюки? Угу. Девчонки, очередной лук вам приготовила. Вот такие стильные платья, здесь карманчики. Сбоку красивые стразы, качественно нанесены. Смотрите, как круто, стильно смотрится. Ультрамодная новиночка наша. Платье есть еще в белом, в черном цвете. И еще бывает вот такой цвет, закончился, в дороге идут. Размерный ряд 42-48. Стоимость такого платья в розницу 3500. А
очередное платьишко вот такое стильное. Со шнурочками, камни, как всегда, хороши нанесены. Внизу резиночка, это спортшит платье. Также размер 42-48, в двух цветах, белое и черное. Стоимость такого платья 3400. Девчонки, вот такие платья от Calvin Klein. Как красиво сделано, обработано, интересно. Такая пергамент красивый. Размеры 42-50. Стоимость такой моделечки, знаете, какие классные разрезики, чтобы вы показали свои красивые длинные ножки. Стоимость такой моделечки в рознице 3600. Так что, девочки, звоните, пишите, заказывайте. Очень классная моделька. И в трех расцветках. Сиреневый, признанный пангая, черный и белый. 42-50. Такие классные брючки, последние остались там 64, 48 и 50. Мое любимое ночное небо. Можно комбинировать. Кофта тигр, вот так можно комбинировать. Можно комбинировать хаки цвет. Сейчас, секунду. И вот с белым. Смотрите, как дорого, эффектно смотрится. Так что, львицы мои, ждите, приходите, звоните. Кофточки тигр в трех цветах, размер 50-58, стоимость модельки 2600. Брючки стоят 3500. Брючки остались большие размеры, 58, 60, 62, 64. Вот такие вот кофточки можно к ним. Можно вот такие вот брючки великаны. Размеры у этих джинс 64-74. Стоимость такой модельки в розницу будет 3800. И кофточки 2600. Смотрите, в ленте. Очень красивые, очень эффектные и дорого смотрятся. И летние лосинчики пришли красивые с бабочкой. Смотрите, фирма Darkwing, The Nest, это одно из их отделений, которое шьет им брючки. С вот такими классными туничками можно комбинировать. Ей осталось в хайке и в пудре. Размеры туники 50-56, брючек также 48-54. Стоимость брюк 3500, стоимость туничек 2600 в рознице. Ну что, девчонки, ультрамодные костюмчики вот в таком мешочке стильном. Подарочек от фирмы Пангая. Готовимся к лету. Хорошая высокая посадка, мягкая резиночка, хорошие глубокие карманчики. Такая вот надпись здесь. И на попе у вас надпись Пангая. Так что, девчоночки, готовимся. Лето, море, солнце и яркие цвета. Красный, зеленый эффектный, нежная пудра, голубой. Небесный, прям яркий-яркий, шикарный. Для хрюшек Нины черный. Для хрюшек. Белый цвет. Минуточку. Смотрите, нежный, благородный, желтый. Брусничный. Оливковый. Фисташковый, как больше нравится, темно-синий. Размерный ряд 42-50. Стоимость такого костюмчика 3200 в рознице. Девочки, звоните, пишите, готовьтесь к лету, куколки мои. Я очень рада всех видеть. Всем огромное спасибо. Людочка Якутия, привет. Мамочка моя, привет. Люба и Листа, привет огромный. Вот такие вот футболочки у нас. Смотрите, 42-50. Оверсайзики. По 2500 футболочки эти. Вот такие 42-44-46 в двух цветах. 2500 футболочки такие с камнями, девочки наши. Вот такие яркие футболочки 42-50 оверсайзы. И вот такая моделька 42-50. Вот такие вот на одно плечо. В предыдущем видео я одевала, даже показывала, как они сидят, смотрятся. Фирма Папарази. В трех цветах. Черный, белый и ментол. В рознице 2600. Вот такие вот новиночки, футболочки. Белый, красный и черный цвет. Также вот такая моделька. Красный цвет, белый и черный. 42-50. Это все модельки в норме.
и здесь модель белый и черный цвет, 42-50, оверсайзе, 2500 рублей в норме. Вот такие классные стильные футболочки, большие размеры, смотрите, какие стразы, красиво, дорого нанесены, хорошо смотрятся, в черный с оранжевым, красный с черно-белым, грязная пудра, белый и графит. Размерный ряд самый маленький 48, самый большой полноценный 56 размер. Стоимость такой модельки в рознице 2600, девчонки. Вот такие футболочки АЛ. Очень классные. Черный, белый и ментовый. Размеры 50-56. Они уже на повторе, хорошо работают. В рознице тоже 2600. Смотрите, вот такая наша моделька любимая. На повторе ее можно комбинировать с разными брючками. И с желтыми брючками можно скомбинировать. Красиво и с джинсами она стильно смотрится, и с черными брючками очень круто будет смотреться, также она с розовыми брюками хорошо сочетается. Смотрите, как круто смотрится эта моделька. И цвета: белый, графит, пудра грязная и черный цвет. 4 расцветочки здесь. Размер 50-56, стоимость такой модельки 2600. Моделька в баталах 50-56, стоимость модельки в розницу 2600. Вот такие вот баталы фирма Валенти, я вам показывала уже, напоминаю еще раз, расцветочки какие красивые у нас остались. Размер 50-56, стоимость модельки 2600. Наши любимые горошики. Здесь красивые фурнитурные ленты, такие красивая отделка на карманах из камней, горчица цвет, черный цвет, красивый белый цвет и фисташковый. Размерный ряд 50-56, стоимость таких футболок 2600. Вот такие классные футболки, как вазри фирмы, здесь вискоска легкая, нежная. Смотрите, какая красивая эффектная девушка. Там на манекене я показывала ее в черном цвете. И также есть еще брусничный и белый цвет. Стоимость такой модельки в рознице 2600. Так что, девочки, звоните, пишите. Буду ждать. Вот такие классные кофточки получили на повторе отпечаточки наши. Белла Валенти. В красном и в белом цвете размерный ряд самый маленький. 48, самый большой полноценный 54 размер. Стоимость такой модельки 2600. Классные олимпиечки пришли, девчоночки, к нам на повторе. Размерный ряд 48 по полноценной 54. Стоимость такой олимпийки 2600 в рознице. Ой, 2800, девчонки, простите. Вот такие классные стильные пыльнички. Размерный ряд 46-54. Стоимость таких пыльничков 2800 в трех расцветочках. Вот такие наши ББшечки любимые на повторе пришли. Их чуть-чуть осталось. В белом цвете, в сером и в черном цвете. Размерный ряд самый маленький 46, самый большой полноценный 54 размер. Стоимость таких олимпиек 2600. Извините, девчонки, 2800 олимпийки. Так, съем. Смотрите, девчонки, вот такие стильные джинсовочки. Еще в желтом цвете, как на манекене. В белом и в хаке. Размерный ряд 42-52, стоимость таких джинсовочек в розницу 2500 рублей. Ну что, девочки, на этой приятной ноте мы будем подводить итоги. Любой Якутии я хочу передать привет. Также хочу Сочи Лидочке передать привет, где-то она пропала, моя любимая потеряшечка. В Орел Елене одной и второй привет пламенный передаю. Девчонки, я вас всех очень сильно люблю. Ксюшечке Москва привет. Всех помню, всех хочу перечислить, но на камере теряюсь, честно, фу, падают имена, города. Девчонки, смотрите, какие еще раз луки я вам составила. Любые луки, какие вам понравятся, я вам могу переделать. Позвоните, пришлете фотографии. Вот так стильно можно завязывать платочки. Или вот так можно носить платочки. Также вы их можете красиво вот так вот подвязать. Тоже очень круто смотрится композиция. Можно розочку делать из платочка и носить ее в виде розочки. Вот так красиво скручивается, как бы роза. И вот так
повязывается, у вас будет здесь роза. Размеры этих платочков 90 на 80, стоимость платочков 2000 рублей, размерчики разные есть. Также есть вот такие вот шарфы. Шарфы более удлиненные. Вот я вам распакую, покажу. Есть также для них подарочные упаковки, фирменные пакеты и коробки. Так что звоните, пишите. На этой приятной ноте мы будем закругляться. Спасибо вам, Томочка, за ваш труд, за ваше терпение. Напоминаю, оплату по грузчику и почте вы оплачиваете сами. Также у нас есть группы в WhatsApp, в Telegram, в Instagram. Пишите, звоните, буду рада всем. Девчонки, ну что, я вас люблю, обнимаю, ждите новых съемок. А сейчас звоните, пишите. Давайте сделаем вам красоту и яркие, вообще неординарные луки для каждой из вас. Подберем ваш стиль. Люблю, целую, обнимаю, ваша Нина. Ну а мы не говорим до свидания, говорим до новых встреч. Всем огромное спасибо, девочки. Пожалуйста, поставьте Нине лайк, поделитесь видео, потому что девчонки действительно стараются для вас. Для вас, девочки, для того, чтобы вы были у нас красивыми. Ниночка, спасибо тебе огромное. И всем пока, берегите себя, берегите свое здоровье. И, конечно же, дорогие мои, всегда будут впереди новиночки от Нины. Всем пока-пока.